В общем, сегодня меня отпросили с шоу. Я сегодня была у стоматолога, потом чуть погуляла по магазинам. Но мне стало гораздо уже лучше по поводу Юба. И вот меня ночью позвали уже на репетицию, ну как вечером, на репетицию моей песни, где уже скоро стартует второй этап конкурса «Человек года». И, соответственно, мы все готовимся, все стараемся, вкладываемся. Не знаю, что получится, но буду стараться. Да, вот они, куча. Ага. Вот это банда, я понимаю. Держи. Ой, что быстро стало. Так вот, ребята. Давайте Лёхе узнаем, каким мы жить рок-н-ролльщика. Это, на самом деле, непростая профессия. Я представляю, если прибухнуть, как было это сложно с Эли сигать какой-то. Ну, это четко. Эмоции просто зашкаливают. Годка сегодня просто шикарнейшая. Но давайте поиграем с вами в игру, и вы продолжите фразу. Каждая девчонка любит жесткий.